Так, ладно. Анна Евгеньевна, кроме обозначенных, какие у нас вопросы остались под вечер? Вас все устраивает? Ну, кроме биатлонного. Ну, кроме высадок, с ним еще непонятно. Мы же решили, что там решим после разбитки. Они мешаются? Все мешают. Ну вот только это замечание. И все, которые озвучила, и все. Те, которые что говорили, да? Больше всего получается у нас биатлон. Плюс я еще писала в журнале авторства «Назару» разровнять вот то, что они там тракторами наездили. Чтобы аккуратно было все. Это где? Это где они наездили. На самом входе. Но они же это сделали. Но они там сделали, но все очень-то как-то, почему? Я не знаю. Трава сейчас все будет хорошо. Да. Значит, с краном договорились? Договоренность есть, но буквы еще в Красноярске. То есть они не уточнили пока дату. Поэтому, но им обещали. Ну там так контакт есть у них? Да, все. Вчера мы их познакомили. То есть они, мы им дали приоритет, что как только они отзваниваются, что у них буквы завтра едут, то вот мы выделяем краном для того, чтобы они ходили. Это не сегодня палку снимают, он маленько подравнивает, я понимаю. И к концу дня сегодня они должны быть готовы к работе. Буквы в Красноярске. Сами буквы будут крепиться на складку или какие-то заклады должны? День сколько? Анна Евгеньевна. Добрый день. А скажите, сколько на закладных? Вообще мы предполагали монтаж прямо по месту. Я просто не вижу.